После того, как мы научились прямо прыгать и делать захваты доски, то есть гребы, самое время перейти к простым вращениям. Самые простые вращения – это фронтсайд и бэксайд 180. Прежде чем научиться прыгать на трамплине, эти трюки советую всем попробовать отработать их на батуте, потому что на батуте вы сможете научиться правильно себя вести в воздухе, координировать свои движения во время полета и просто почувствовать ощущение полета, прежде чем переходить на трамплин. Как и все трюки, начнем разбирать трюк с самого трамплина или с подъезда. Начиная с подъезда к трамплину, вы немножко присаживаетесь, то есть сгибаете колени, вот, корпус прямо, спина напряжена. Заезжая на трамплин, чувствуете, что доска начинает уже выезжать с конца трамплина, и нос доски уже вышел за край трамплина, вы начинаете выталкиваться. То есть выталкиваетесь и разворачиваете плечи на 90 градусов. Следующий момент, когда вы уже вылетели, плечи развернулись, и вслед за плечами идут ноги. То есть получается такое движение. Вот вы вылетаете, выталкиваетесь, делаете 90 градусов, при этом стараясь поджимать колени к себе, то есть группировку. Голова у вас остается на месте. Вот. Дальше вы доводите плечи еще на 90 градусов и приземляетесь, также амортизируя коленями. Мы уже научились прыгать прямо, делать гребы, делать фронтсайд 180. Теперь время пришло более сложного трюка. Это бэксайд 180. Усложнен этот трюк тем, что во время полета вы ничего не видите. Вы летите спиной вперед. Итак, начнем. Подъезд точно такой же, как и на фронтсайд 180. Когда вы подъезжаете к концу трамплина, и нос доски уже выходит за край, вам нужно вытолкнуться и начать разворачивать плечи на 90 градусов в сторону бэксайд, то есть отворачиваясь, получается, от той стороны, куда вы едете. При этом спина должна быть напряжена, не должно быть наклонений вперед, четко, вот, и чуть-чуть с переднего конта. Выталкиваетесь, подтягиваете колени к себе и при этом смотрите либо между ног на приземление, либо под заднюю руку. Движение начинается с толчка и с разворота плеч, это главное, и немножечко с переднего конта, либо с плоской доски.